Бу ярыш бизим белли болган көрөшчүбүзге Рустем ага Казалкова багышланган. Бу инсан бизим милletimizди бу дүйнөгө билдирди. И бу жерде көрөшкөн балдар энди акайлар десек Россия чемпионатында иштирак эттилер. Чемпионат не дүйнө чемпионатында экинчи жер алган балдар бар. Демек бу ярыш жүксек севейде алып бара. Куреш сегодня потихонечку развивается. У нас появились уже и чемпионы, и призеры мира, призеры кубков. Благодаря поддержке Министерства спорта, предпринимателей, банка РНКБ, мы вот проводим такой турнир уже несколько лет подряд. Тенденция такова, что у нас видно рост за год, у нас колоссальный рост. У нас за рост очень много спортсменов, которые завоевали мировые первенства. И тем самым мы доказываем, что национальная борьба Куреш в мире, показываем, что результаты, что поясная борьба у нас действительно на хорошем уровне. Ну, соперники все здесь сильные, нет слабых. Каждый готовился, надеется на свои силы, но сильнейший выиграет. Я вот не могу даже словами описать, насколько это мотивирует, насколько это дает стимул развиваться нашим молодым борцам, которые вот смотрят сейчас, что здесь разыгрываются ценные призы, что есть поддержка, что не забыто. А так вообще это же издревле наш, можно сказать, национальный вид спорта. Соперники сильные здесь, все приехали за призами, готовились. Второй раз здесь участвую, все четко здесь. Мне очень нравится здесь бороться. Бизин милли курешимиз сакланып калган ве тикленгени бу бийиктен бийик бир назайтайм еңиш. Бүгүнкү жарышта мына бу кадар гүзел огландардын, жигиттердин көрөм. Булардын бек жакшы чыгышта булуналар.